Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Зуба, и сегодня будем играть на Акулке Тине, используя закуп вот на нем такой себе. Почему использую такой? Потому что кофе, ну, для акулы это очень важно в самом начале, как ни крути. Трубка это вообще имба, я считаю. Ну, и укол адреналина не позволяет ей шотаться, потому что ее реально очень быстро шотаться на 9-10 уровне, это просто пшик, и ее нету. Поэтому играем с таким сетапом, и погнали. По поводу других итемов на акулке, ну... Есть варианты, да, там некоторые, но мне кажется, этот став такой более, больше всего сбалансирован, больше всего эффективен. Опа-на, так, куснем. Блин, бот, зараза. Такой успел меня продамажить, ну да ладно. Эй, не страшно, мы отхиляемся еще кого-то. Видите, за счет кофе я сейчас могу быстренько передвигаться, забирать дроп, убивать ботов и делать все такое. Гляньте, что-то боты стали какие-то имбовые. Реально просто имбище какая-то. Сразу атакуют, попадают. Очень странно только что было это все. Ну, то, как этот повел себя. Но меня больше удивило то, что я его... Ну, точнее, я его не заэвейдил. То есть, я был в воде в этот момент, в трубке, и урон не заэвейдился. О, боже. А это просто слов нет. Ой, везучий, а. Кенгуру, тебя не учили, что нельзя нападать на акулку, а? Не учили. О, боже мой, ляньте, какие хейтеры. Одну аптечку только потерял, почти убил хамелеона. Ну да ладно. Кстати, я сейчас могу отъехать спокойно. Реально вообще спокойно просто. Ну, Никс что-то решил поапкать, я его убил. Ну и ладно. Дело его. А чё так больно? Игра, отпусти. Я аптечку не нажал. Ну, подумал, что успею. Блин, долбанный пингвин, что он у меня согрелся успел? Эх, бывает. Ну, блин, эти, конечно, брюсы, которые 8 уровня сейчас там. Там ходят, блин. Один, короче, точнее, брюсы не 8 уровня, брюсы 10 уровня были, две штуки на карте. И они контролировали карту, не давали мне никак поиграть. Это вообще был бред. Немножечко... Как-то неожиданно, то что два брюса таких жестких. Че, игра зависла? Серьезно? Блин, сейчас перезапущу. Короче, так, ребята, я игру запустил, сейчас она мне загружается в бой, не знаю, успею, не успею. Скиллы не нажимаются, ничего не нажимается. Какой-то бред происходит, меня убили. Понимаю, понимаю. Да. Рейтинг вроде бы не сняли за ту игру, типа сказали, ну типа я вылетел, мне из этого рейтинг не сняли, вроде бы. Это не точно. Я просто не помню, сколько было. Но это очень обидная ситуация, вот, серьезно. Это ж надо, просто взяло тебя и выкинуло с игры. Нормально, нормально. Какие проблемы? Да никаких, блин. Офигеть, игра, короче. Все как всегда. Супер каточки катаем. Так, ладно, погнали нормально дроп собирать. Опа-на, а вот это интересно. Мало того, что там пингвин 7-й, да? А, ну конечно, граната не попал. Граната такая, нет, ты шо, я попадать не буду. Пингвин ушел. Пингвин, стой, не уходи, братиш. Не уходи. Жух. И все, и нет пингвина. Закусали мы пингвина, короче. Я сейчас кусим по ботам. Даю, точнее, кусь свой. После того, как продамажу ботов обычными атаками, потому что они реально начинают как-то очень жестко дамажить. Боты в последнее время. Поэтому лучше так это делать, чтобы хилочка всегда была на максимум. Так, ну чё, ищем противников, ищем врагов. А то что-то скучно. Я все-таки хищник. 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 Так, тут 8-е. Давайте брюсы немножко поиграем. Расскажем, как это. Каково. Вот Брюс только что, короче, такое самое, приуныл. А кенгуру-то зажат. Гляньте, гляньте, просто, просто адекватная ситуация, да? Нормально?
Вот так вот, ребятки, вот так вот делаем. Что там кенгурут? Кенгурут шотнули и все, и нормас. Сделай вид, что я уплыл, типа. Да ну, лол! Успел попасть, ну бывает. А я успел тоже попасть, смотри. Никс. Ну пока что убиваем 7 уровней, да, 7 уровней легко убивать, 8 тоже, в принципе. Гляньте, сколько здесь дропа валяется всякого разного. Давайте хотя бы стенку заберем. Че, хамелеончик? Пойдешь сюда ко мне? Не? А если я поближе подойду? Знаете, граната кинулась? Ну, КД пошло, а граната не кинулась. Понимаю, понимаю. Красиво, красиво, хамелеончик. Да это тоже я понимаю. Он сейчас серьезно думает, что я его не смогу убить? Изи-бризи, топ-1 забрали. Убили, кстати, в конце крысу 8 уровня. А чё она такая? Пришла, типа, я сейчас затащу! Затащу я ее, пусть. И нету крысы. За 3 удара растащил, если чё. Я ее куснул, кинул гранатку, вроде бы еще коптем ударил. Как-то слабовато. Как-то не ощутил я эту крысу, честно говоря. Нуба-крыски у нас сейчас в игре появляются. Мне кажется, Луи вообще не имба. Вот вообще не имба. Нуба-нуба. Нуба штучка такая. Блин, а че я вообще убегаю? Пойду бота убивать. Все, я наубивался. Серьезно, хватит с меня убийства ботов. О, все летает гранатка. Красиво. Аптечка. Отлично. У меня сейчас будет проблема, если я сейчас не найду быстро дроп. Хотя бы какой-нибудь. О. Мне просто надо хотя бы кого-нибудь найти, чтобы там перемещаться за счет копья или что-нибудь такое мутить. Обойдешься. Я ж могу тебя шотнуть, челик. Ну ладно, не будем его шотнуть. Блин, сколько у него кофе действует? Посмотрите на этого донатера. Сколько у него действует кофе? Уже, наверное, минуты 2 с игры прошло. Ой-ой-ой, что я делаю? У меня ж копья нету. Ой, какой я непродуманный. Ну, бас. Надо валить. Надо искать копье. Срочно, срочно хоть какой-нибудь. Самое дряхлое, самое унылое. Вот оно, копье. Да. Наконец, теперь мы можем двигаться хоть чуть-чуть побыстрее. Блин, тут еще Никс лазит. Гад такой. На тебе. Никс, Никс, Никс. Интересно, что он будет сейчас делать, мне интересно просто. Блин, нам не надо к воде, короче. Ну нафиг на этого Никса забьем. Лол! Вот это я понимаю ситуация, да? На кого бы ворваться? Кого бы... Вот смотрите сейчас ситуацию, да? Стоит кенгуру 11, стою, я бегу себе спокойно, да? Сзади меня бежит Никс, и этот челик такой... Пора врываться на акулу! Логично, логично. Просто это забейте. Я сделал ошибку, то что пошел наверх. Пошел бы я через низ, было бы вообще все шикарно. Просто убер шикарно было все. Ну я пошел через верх, конечно, конечно, конечно. Надо было идти через верх, по-любому. В итоге слился, как нубас. А пошел бы через низ, затащил. Вот надо смотреть просто на этот, на зону почаще. На тебе. Ну, кстати, неплохой уже дроп займил. Сейчас бота здесь убьем. Красиво. Заберем с него аптечку. Заберем эту нубскую гранатку и пойдем искать еще одну гранатку. Жух. Ну, иди гранатки. Опа, серебряную вижу, отлично. Опа, еще и дробовичок серебряный. Ну, это все, это шикарно. Это топ-1. Шучу, конечно. Топ-1 так просто нельзя. Давайте зону смотреть. Зона на лед. Окей. Запомнили. Играем. А то в прошлый раз зону не посмотрел, из-за этого ошибся. Пошел бы тогда. Ой, ну вот это. Вот это. Вот это вот. Вот это вот называется. Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
Понимо! Про, ребят! Он меня в вейт убил. Вы видели, да, только что сработал этот укол адреналина? Он меня в вейт пробил. Пробил в вейт! Ёб, да как они это делают? Рандомные просто! Это... Нет слов. У меня просто нет слов. Сейчас сольюсь и все. Но я не буду лезть пока что. Если сливаться, то уже в конце. Ну, это нереально. Челики просто 10 уровня шотают акулу бедняшку. Но, блин, с Никсом, конечно, дичь получилась, когда он мне вейт закинул. Блин, блинский. Сейчас же по-любому прыгнет и копьем меня бахнет. Опа, Лизи 13-я. Понимаю. Ну я пытался, ребят, я пытался. Я бы его слил, если бы у него не было аптечки. Он просто ее не использовал. Странный какой-то. Кенгуроид. Если бы он использовал аптечку, он, по идее, должен был ее использовать. Я не знаю, почему он ее не использовал. Странный, в общем, челик. Я думал, что у него аптечки нету. Если бы его... Точнее, аптечки у него реально не было, я бы его шотнул. Вот, серьезно, налегке бы шотнул. И забрал бы с него еще аптечку. Ну, в общем, там вообще все круто было бы, и, может быть, даже вышел бы на топ-2. Но игра сказала, у него есть аптечка. Вот так вот. Вот так вот. И как-то так. А как это? А что это такое? А как это мы такие, а? Воротики, шмоворотики. Понимаю. Ладно, а что там бегал? Ладно, пофиг на этого Никса, не хочу с ним драться. Погнали на водичку. А водичка-то все. Была до стула. Там, кстати, бот был, надо бы с ним подраться. Так. Уходим. Мне сейчас надо добраться до верхней водички вон той. Почему? Объясняю. Там я могу и выйдить более сильных противников. Ну и вообще равных себе противников. Вообще все и выйдить могу. И для меня это лучший вариант на победу. Ну блин, зона уходит немножко не туда, куда мне хочется. Это плохо. Это плохо. Надо что-то придумать. Да, это очень плохо. Видите, тут зона почти не двигается, тут очень быстро уменьшается. То есть, скорее всего, либо вот тут где-то будет. Ну, значит, будем отыгрывать так, как получится. Кстати, когда вы перемещаетесь кусем в кустах, вы не палитесь. Когда копьем, тогда палитесь. Немножко такая поучительная ситуация, да. Но лучше не перемещайтесь копьем, чтобы вас не заметили. Так, ну чё, я готов. Я готов умирать. 6 человек осталось. Сейчас меня зона спалит. И это будет попадос. Минус 1 делаем. Ставим стенку. Понимаю. Поиграл. А чё? Да ну как так? Слушай, это было реально рандом. Такой сейчас. Ой, какой же везучий. У него золотой лук и золотой дробовик. Понимаю. Я думаю, что он выигрывает на халяву? У него золотой лук, золотой дробовик. Он меня просто взял и раскидал. Жесткий. Ну, мы 4-е место взяли. Интересно, где еще один челик сидел. Наверное, просто отдыхал себе где-то. Ждал топ-2. Ну, молодец, что. Я не дождался, я пошел драться. Хотя это была ошибка. Вот я убивал кенгуру, и надо было тихо, красиво убегать. Ну я такой, я же акула, я же сильный. И слился. Хотя, по идее, нужно было спокойно убить этого хамелеона. Спокойно, реально, очень спокойно. Без напрягов. Ладно, пойдем дебота убьем хотя бы. Заберем с него аптечку и погнали сразу же на воду. Хотя можно заглянуть, в принципе, под этот. Нет, тут ничего, окей. Так, ну зона сближается куда-то наверх, это хорошо. Может на воде поиграем, может будет шанс на топ-1. А чё с ним не так? А чё за странный пингвин?
Не понимаю. Вот пингвина я не понимаю, ребят. А как вы понимаете пингвина? Я нет. Сложно. Блин, ну что ж такое? Ну что ж зона всегда идет не туда, куда мне нужно. Вот как побеждать на водном персонаже? На водном, да? Против более сильных уровней, не в своей стихии. Блин. Ну все, короче, придется идти через этот сюда. Понимаю. Ладно, погнали, короче. На копье добежим. Не хочу кусь использовать. Кусь мне очень будет нужен, если ситуация такая, что типа тут вот меня кто-то будет принимать. Вот сейчас вот. Я кусь промахнулся. Бывает, бывает. Че он за мной выехал? Ну это, блин, бред. У меня просто ник с 12 хейтит, и все, я ему ничего не могу сделать. Видите? Просто ничего. Я просто зафейлил сейчас... Вот. Что я могу сказать? Я зафейлил аптечку. Когда тогда поставился и не напал. А он меня просто зафигачил. Тут, блин, 12 уровень против 8. О чем тут вообще говорить было? Мне просто не повезло, что он меня решил захейтить. Вот и все. Если бы он меня не решил захейтить, была бы хорошая каточка. А так, что есть, то есть. Ну давайте поставим каточку на куле. Может быть, все-таки топ-1 возьмем, если до воды дойдем. Ну. А, отлично, мы у воды. Хотя, наверное, лучше наверх пойти. Хотя тут 3 бота, блин. Бот это хорошо. Не хватает дамага. Заберем это. Убиваем ботика. Ой, фризит, капец. Забираем дроп. Хотел я кенгуру отомстить, но да ладно. Не хочу я сейчас, короче, этот. Я хочу потратить аптечку, чтобы никому она не досталась, этого бота. Вот такой вот я. Жадненький. Но это правильно, потому что нафиг мне противники с аптечкой лишней, правильно? Лучше я ее потрачу на там 10% хп. В принципе, да? Зато она не достанется им. Легендарный дроп выпал с кенгуру, точнее, с боссика. Кенгуру его подбирает. То есть сейчас нужно опасаться кенгуроидов. Возможно, вот этот 10-й, как раз он. Блин, сложно, сложно. Все 10-е уровни. Я просто не понимаю, как можно играть на таком низком рейтинге на 10-м уровне. Тут же нубасы, да, одни только играют на 10-м уровне. Но бывает, бывает. Хотя, 12-й никс говорит об обратном, да? Ну вот, блин, я не знаю, что делать сейчас. Опять зона уходит туда, куда мне не нужно. Мне приходится сейчас ретироваться, так сказать. Перемещаться на воду. Потом на лед, потом опять на воду, на ту. И как бы вариантов нет других. Или так, или никак. Салютики. Прикольненько придумали. Оно, кстати, немножко отвлекает противников, когда ты играешь против них. Салютики все-таки шарят. О, акуленок. А ну давайте-ка уйдем по-тихому, чтобы с ним не драться. Красиво на воду. Во! Вот это мне нравится. Вот это шикарно я все сделал. Вообще красиво все получается. Так, все, у нас все шикарно по позиции, у нас все шикарно по ситуации. Будем сейчас всех тут убивать. Чего? Ага, сейчас обойдешься. Нашелся тут самый умный. Ничего не знаю. Акула против акулы. Битва на кусь. Да, жесткие битвы. Я попал по нему вроде. Нет, не попал. Я захилялся специально. Блин, промахнулся чуть-чуть. Забираем дроп.
И просто ждем, ребята. Нам сейчас нужно просто ждать. Зона, к сожалению, не там, где нам нужно. Уходим красиво сюда. Сейчас будем здесь ожидать. Шотаем хамелеона. И я топ-1. Алло, как это? Они что, друг друга взорвали? Серьезно? Жесть, 2 топ-1. Они просто взорвали друг друга. Вот кенгуру сумасшедшие, а? Блин. Просто серебряные и 2 бронзовых дропа. Изи, изи, изи. Шикарно, вообще шикарно сыграли сегодня. Мне понравилось. Сейчас заберем наградку. Оу, ее, выполнили 2 задания. И теперь за наградка. Где моя наградка? Вот она. Интересно, что он выпадет? Укол адреналина. Ну, типа намекает, да, что пора прокачать. Ну, посмотрим. Кстати, сколько он там стоит на прокачку? Ну, если 500, я прокачаю. Информация 1000. Ну, 1000 я еще подумаю. Кстати, смотрите, если сейчас прокачать его на 1000, ну, за 1000, то есть на 5 уровень, он дает 90% хила от аптечки. А если прокачать на 6 уровень, то он будет давать 100% хила от аптечки. Так же вроде бы это все работает, да? Заманчиво, да? У меня есть вот такая вот штучка прикольная. Я бы хотел ее прокачать, но пока что экономлю деньги, чтобы сделать нам 10-го Никса. Правда, у Никса еще нету этих 100 штучек, но зато он есть. Мы можем прокачать, и это стоит нам 12 тысяч. Ну, уже, в принципе, немного осталось. Я думаю, в конце сезона как раз наберется. И на этом все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.